едем домой. Это улица Горького, по-моему, была. Вот это вот сейчас свернем на улицу Горького. Дождик то идет, то нет. А сейчас это улица Назарбаева. Включи эти дворники. На следующем, да, поворот налево? Да, да, да. Это улица Мира. Раньше была. Сейчас я не знаю, может быть, так же называется. Может быть, по-другому. Это как от вокзала улица идет. И прямо-прямо, вот если направо, там Каспочта. Здесь вот налево. А это вот музей. А это улица Урицкого. Вот. Сейчас вот свернем. Кино Ульбекова она называется. А Ульбекова, а Урицкого. А, ну, Ульбекова, да. А была? Была, по-моему, Урицкого. Вот уже забыли. Да, Ульбекова. Тоже налево сворачивает. Такое движение. Что-то их много там стоит. А этот сюда едет автобус. Так, осторожно.
Горького и едем прямо. Этажи полностью здесь магазины, вот и Фикс Прайс здесь. Улицы такие широкие, смотри, да? Да. Мне кажется, все-таки они их расширили. Или они такие были? Что-то я не понимаю. Ну, видно, что сделаны недавно, не так давно, и тротуары, и дорога такая прям широкая. Деревья подбелены. Дальше, дальше. А ты что, заблудился, что ли? Заблудился. Жумабек Ташенов вот пересекает. Вот здесь поворот. Да, вот здесь где-то вот пельменная была и магазин. Вот заедем в тот магазинчик. Мы обычно по пути заезжаем. Машина, да, вот он. Повернула, да? Да. Вот видишь, вот. С левой стороны. Даша, достань-ка. Вот, кто помнит этот дом, где была пельменная. Что-то делают внизу, смотрите. Прям что-то в пол или окна, да? Окна, наверное, такие делают. Немножко реставрирует его. И вот сейчас мы свернем направо и домой. Все спешат. Вот сколько машин. Никто нас не пропускает. Нет. Да, и вот мы стоим, не можем выехать. Вот сейчас вот это проедет и все. Вот, спасибо. Хотя он уже был последний, после мы бы, конечно, и так бы проехали, но все равно. Да, улицы здесь широкие, дороги отличные, хочу сказать, что тротуары есть, деревья подстрижены, зарослей нету. Город как шта ухоженный. Там, где мы были, где рынок, там, конечно, понастроили, мы прям там заблудились. Торговые. Заехали в наш магазин, мы всегда заезжаем, берем, чтобы уже дома не заезжать в магазин. Как раз молоко надо было. Ну, цены, конечно, такие же. Почти как у нас, может быть, дешевле там на 10 тенге. Вот, и кое-что взяли и домой. Вот еще один дом, видите, выстроили с правой стороны.
стоял, как-то квас продавали все время в бочке. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот. Тут уже построили. Да, здесь вот какой-то магазин пристроили перед пятиэтажкой. А, здесь мы еще заезжали в светофор, но мы туда не поедем. У нас сейчас тоже есть светофор. Когда не было светофора, иногда мы заезжали так. Это можно было здесь кое-что взять. Не из продуктов. Мыло мы брали там. Порошок стиральный и прочее. И вот сейчас мы будем как раз проезжать и потом выйдем на улицу. Это как автогородок, по-моему, называется, микрорайон. Вот еще тут. Сагдиева мы переехали. А, это переехали. Я думаю, улица. Ну, вот тут такой вот поворот. Конечно, как Штау тоже расстраивается. Очень много домов. Всего. Тут и как спортивный комплекс, по-моему. О, какая техника куда-то едет. Что такое интересное? Так, сейчас не вывозили. Вон на доме мурал. Поворот налево. Портрет Шуканова Леханова. И все. И теперь мы по прямой едем как раз на автобан. Полевая и улица Шуканова-Леханова. Вот мы едем по Шуканова-Леханова. Николай Гастелло, вот пересечение направо. Юрий Смирнов направо. Такой маленький проулочек. Ну,
везде написано, правда, уже хоть можно прочитать и знать, какая улица. Прям указатели на каждом перекрестке. Вот магазин торговый Акжол. Детский парк с правой стороны. Что, ты хочешь еще правее, что ли? Нет, магазин где-то же был. Ладно, ну, смотрели с правой стороны. Что, его уже нету? Вот Евразия Групп. Что, вот здесь? Уже нет такого магазина? Нет. Пошли. 92-205, так же, как и у нас в Щучинске. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. С вами была Татьяна. Всем пока.